менять знаки, низко для инвалидов, они не видят, они цепляются. Надо поднимать выше. Потому что есть требования законодательства, чтобы высота была не менее 2 метров. Когда ставили стойки, названия улиц еще не было. И теперь, тогда они должны быть немножко были. Расчет был, что они будут немножко меньше. А теперь на каком они расстоянии? А теперь они более 2 метров. И очень хорошо, удобно для того, что не будут теперь на них рисовать. А какая организация обратилась, чтобы повысить? Ну, вообще есть заказчик «Автодор», а к ним уже обратился совет ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Порядка 2,50-2,70. Никто уже точно не врежется. Да, мы думаем, что уже никто не пострадает. Таких высоких нету людей. Такие высокие есть, но они, думаю, в телефон не будут смотреть. А вообще мариупольцы... У них есть на кого смотреть с такой высоты. А вообще мариупольцы многие, как я поняла, ходят с телефонами и не смотрят, да, что впереди. Бывают разные случаи. Расшатали все.